Зебра. Правильная детская обувь. Здравствуйте, это выпуск новостей, в студии Анастасия Маслова. Коротко о главном. Тысяча шагов к здоровью. В столице республики прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Более 3000 литров спиртосодержащей жидкости. В Кызыле полицейские остановили фуру, груженную контрафактом. В Туву с ответным визитом в нашу республику приехал с гастролями театр из Алтая. О событиях подробнее. Тысяча шагов к здоровью. Сегодня в Кызыле прошло массовое шествие, посвященное Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Участники акции прошлись от национального парка до молодежного сквера. Кроме того, в ходе шествия были организованы мини-лекции по профилактике туберкулеза и инфекционных заболеваний. Подробности далее. Несмотря на пасмурную погоду и дождь, желающих пройти свои тысячи шагов к здоровью собралось немало. Главной задачей акции является борьба с беспечным отношением к собственному здоровью и образу жизни. Несмотря на то, что сегодня очень много информации о туберкулезе и масштабах инфицирования, многие жители республики не относятся к данной проблеме серьезно. Поэтому перед началом акции специалисты республиканского тубдиспансера рассказали участникам об опасности недуга, поражающего миллионы людей, и о противостоянии ему. Противотуберкулезным диспансерам совместно с Министерством здравоохранения Республики Тува в этом году уже проводится вторая акция, такая общественная, направленная на широкое информирование слоев населения по проблемам туберкулеза. Тува – один из проблемных по туберкулезу регионов. Показатели улучшаются, как считают врачи, потому что больные стали долечиваться до конца. И, конечно же, для выявления данной болезни нужно проходить флюорографию, что позволит на ранней стадии вылечить болезнь. Я как заведующий рентгенофлюорографическим отделением призываю все население Республики Тыва хотя бы раз в год, один раз пройти рентгенофлюорографическое обследование. И предупреждаю всех, что туберкулез не болит. Только рентгенофлюорографическое обследование может выявить ранние, поддающиеся лечению формы туберкулеза. Это не первая акция. 24 марта на городском Арбате Министерство здравоохранения и социального развития республики организовало флюорографическое обследование на передвижном аппарате. В ходе данной акции обследование прошли более 620 человек. И это немного, но, по мнению врачей, даже эти цифры говорят о том, что жители города стали ответственнее относиться к собственному здоровью. Анастасия Маслова, Чинчи Самбугай, Расхвалык, телекомпания «Новый век». Минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 года повысится в Туве на 4%, с 7500 рублей до 7800 рублей в месяц для работников бюджетной сферы и до 8200 рублей для внебюджетных организаций. Региональный Минтруд вынес на публичное обсуждение проект трехстороннего соглашения между правительством республики, профсоюзами и объединением работодателей. По Трудовому кодексу Российской Федерации общественное обсуждение – необходимая процедура, после которой МРОД становится обязательным для всех работодателей. Соглашение о минимальном размере оплаты труда после его подписания вступит в силу с 1 июля и будет действовать до 31 декабря 2017 года. За выплату зарплаты ниже МРОД, напомним, предусмотрены административные и уголовные ответственности. На предпринимателя или руководителя организации могут наложить штраф в размере от 1000 до 5000 рублей, а на организацию от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение суммы наказания для руководителя может увеличиться до 20 тысяч рублей, либо его могут дисквалифицировать на срок до 3 лет. Штраф для предпринимателя в таком случае составляет от 10 тысяч рублей до 20 тысяч, для организации от 50 до 70 тысяч рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 60 копеек, а евро 60 рублей 28 копеек. Более 3000 литров спиртосодержащей жидкости изъяли полицейские Кызыла. При проверке оперативной информации оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и инспекторами ДПС на улице Фрунзе была остановлена грузовая машина, перевозившая контрафакт. Из большегруза стражи порядка изъяли 3000 литров спиртосодержащей жидкости в 10-литровых пластиковых тарах с надписью «Этиловый спирт». 2800 бутылок косметического лосьона «Боярышник» объемом по 100 мл и 2744 бутылки лосьона «Витасепт» объемом 100 мл. Без каких-либо сопроводительных документов и свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Изъятая спиртосодержащая жидкость направлена в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Тыва для проведения соответствующих экспертиз и исследований. Далее реклама. Вернемся в эфир через пару минут. Закупаем лом черных и цветных металлов по высоким ценам. Оплата сразу. Кахем 94, район аптекоуправления. 923 384 38 78.
Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0036. Так, стиральная машина Hotpoint всего за 416 рублей в месяц. РБТ.ру. Город окон в Кызыле. Прочные теплые окна и надежные стальные двери по доступной цене. Аюна Курседи, 54. Телефон 8-929-314-0303. Для тех, кто всегда у руля. Для тех, кто ставит задачи и принимает решения. Для самых главных людей на Земле. 15% годовых. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк Восточный. В эфире новости. Продолжаем выпуск. Обменные гастроли. В Туву приехала делегация из Республики Алтай. В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между министерствами культуры Республик Тыва и Алтай. Оно подразумевает обмен опытом театральных коллективов. Так, сегодня театральную программу алтайские актеры открыли детским спектаклем «Золотой павлин». Детская народная сказка по мотивам алтайского ученого предстала сегодня перед тувинскими зрителями. Завораживающая игра актеров вкупе с яркими костюмами и декорациями не оставила равнодушным ни одного маленького зрителя. Вроде бы новая для нашего зрителя сказка о самовлюбленном царе Павлине, а мораль ее знакома. Добро побеждает зло, признается режиссер Виталий Перчик. По мотивам алтайских народных сказок. И в спектакле, в общем, действуют птицы, как будто бы. Но я ставил не о птицах. Мы там пытались что-то там делаем, что птичье. Но главное, это, в общем, как всегда, народ. Всегда для детей, как о чем спектакль? Естественно, о добре и зле. Всегда добро должно побеждать, и оно побеждает. И о коварстве, как какой-то глупости, которую должны победить добро и ум. По словам алтайского актера, порадовал полный зал детей, которые, в свою очередь, с восторгом следили за судьбой героев. Аржан Товаров в Тувене в первый раз, и для него очередные гастроли в Кызыл имеют огромное значение. В первую очередь для духовного и профессионального развития актеров, и, возможно, в будущем появится шанс принять участие в тувинской постановке. Конечно, в таком проекте я бы с удовольствием поучаствовал бы. И, во-первых, это как для актера багаж, то есть поиграть с другими актерами. Для себя что-то. И, конечно, поближе уже столкнуться с культурой вашего народа, ваших, так скажем, актеров. Также алтайская труппа покажет для зрителей Тувы еще две постановки. На этом совместные мероприятия не заканчиваются. В рамках соглашения между министрами культуры Тувы и Республики Алтай тесное сотрудничество регионов продолжится. Чинчи Самбугай, Эрис Хавалы, телекомпания «Новый век». Далее рубрика «Новости короткой строкой». Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, позволяющих перенести выборы президента России в 2018 году с 11 на 18 марта и предполагающую отмену открепительных удостоверений на этих выборах. В 2018 году выборы президента приходятся на неделю, на которую выпадает Международный женский день, поэтому предложили перенести на 18 марта. В таком случае они совпадут с праздником воссоединения России с Крымом. Томский университет систем управления и радиоэлектроники провел в Туве предметную олимпиаду. Специально для ее проведения в Кызыл прибыл представитель вуза. В олимпиаде приняли участие учащиеся образовательных и студенты профессиональных образовательных организаций. Испытания по математике, физике и информатике прошли 82 участника. Победители олимпиады при поступлении в ТУСУР получают право на дополнительные баллы, которые суммируются с результатами ЕГЭ или результатами вступительных испытаний вуза. Россия сохранит за собой лидерские позиции в мире по экспорту пшеницы и в текущем году. Как заявил глава Минсельхоза России Александр Ткачев, ожидается, что урожай зерна в 2017 году составит не менее 110 миллионов тонн. Это даст возможности полностью обеспечить и свои потребности внутреннего рынка, и, конечно, сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы и развивать экспорт других сельхозкультур, уточнил министр. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Кызыла в рамках года молодежных инициатив запускает новый проект «Пробежка с чемпионом». Это легкая и полезная пробежка с известными спортсменами Тувы. Любой желающий от 14 лет и с любым уровнем физической подготовки может принять участие. Сбор участников 15 апреля в 17:00 на стадионе имени пятилетия Советской Тувы. Субсидирование авиаперевозок в Крым в 2017 году будет продолжено. Ведомстве уточнили планируемый объем перевозок в рамках программы субсидирования. Полеты из 36 городов России в Крым и обратно будут выполнять 7 авиакомпаний. В 2017 году в программу субсидирования внесены изменения. Так, специальный тариф на полеты в Крым будет действовать с 15 мая по 30 ноября.
География полетов пополнилась тремя новыми направлениями – из Сочи, Орска и Сыктывкара. Всего субсидирование распространяется на 61 маршрут. Предельная величина спецтарифа в одном направлении зависит от дальности полета и составит от 2500 до 12500 рублей. Лунная девочка со звездным талантом. Сегодня в 21:30 в проекте «Голос дети» пройдет очередной этап поединков. В нем примет участие представительница Тувы Айкыс Кыргыз. 14-летняя исполнительница выступает в команде Димы Билана. Это ее вторая попытка завоевать российскую эстраду. Но мало кто знает, что большим проектом предшествовал конкурс, организованный радиостанцией «Голос Азии», после которого Айкыс уверенными шагами покоряет большую сцену. Уже свои 14 лет Айкыс – знаменитость в Туве. Ее любят, за нее болеют и переживают. Девочка с удивительным именем. По-тувински это значит «лунная дочь». По ее признанию, уже в 6 лет поняла, что хочет стать артисткой. Она начала учиться пению в родном Тесхемском районе, затем переехала в столицу Тувы, где обучается в творческой лаборатории музыки Бориса Солчака. В 2014 году творческой лаборатории радиостанции «Голос Азии» провели конкурс с одноименным названием. Принять в нем участие заявили желание большое количество детей. Но уже после первых этапов стало понятно, Айкыс будет в финале. Я помню, тогда на кастинг пришло более 200 детей со всей республики, они приехали, и мы отобрали 60 ребятишек. Так вот, Айкыс среди всех 60, она прошла все этапы и стала победительницей. Каждый год мы следим за ее успехами, за результатами, гордимся, поддерживаем всегда. Конкурс «Голос Азии» стал отправной точкой, доказав, что она одна из лучших детских вокалистов в Туве. Айкыс начала покорять большую сцену. Она приняла участие во всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица». Организаторы не могли не заметить девочку с потрясающим голосом. Айкыс покорила не только жюри, став финалисткой, но и артистов российской эстрады, вместе с которыми выступала. Очень талантливая, прям схватывает, и она оказывается вот в той атмосфере, где должна быть и чувство ритма, и голос. И то, что ей дал Бог, и она, я думаю, что она будет в себе, благодаря педагогу, развивать. И Айкыс, ты обещала, что ты будешь серьезно заниматься фортепиано. Кстати, тогда, помимо конкурса «Синяя птица», Айкыс прошла кастинг на «Голос дети», но, к сожалению, команды были набраны еще до ее выступления, поэтому девочка автоматически была допущена в следующий сезон. Зажигательное выступление Айкыс не оставила равнодушными жюри и в нем. Дачок. Идите ко мне! Это очень красиво, очень красиво. Вы пойдете ко мне в команду? Можно сразу не отвечать. Надо подумать. Что решили? Я бы хотела в команду Димы. Я особо не думала и не нервничала по тому поводу, что наставники не повернутся. Я просто пела для себя и для зрителей. Почему именно Билан? Потому что мне кажется, что Билан наиболее опытный, чем другие наставники, и он интересный. Айкыс уверенными шагами идет вперед. И сегодня в 21:30 еще один этап – поединки, который решит, пройдет ли Айкыс в финал. Безусловно, сегодня за нее будет болеть вся Тува. Но каким бы ни был исход, эта лунная девочка с потрясающим талантом для нас останется голосом Азии. Анастасия Маслова, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». В Туве начался пожароопасный сезон, и уже, по данным МЧС, был зарегистрирован первый пожар. В связи с этим заместитель начальника регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций Александр Байрол обратился к жителям Тувы. На территории Республики Тува за прошедшую неделю произошел рост бытовых пожаров в 5 раз. 15 пожаров, аналогичный период прошлого года, 3 пожара. Также произошел рост у нас гибели людей на пожарах, это 2 человека, и травма. Получили на пожарах 2 человека. Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем. Гибель людей допущена была в алкогольном состоянии. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. Хочу обратить особое внимание глав муниципальных образований, где произошел рост. Им предлагается ввести особый противопожарный режим на их территории. Также с 15 апреля по 15 мая проводится месячник пожарной безопасности на всей территории Республики Тыва. Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности в жилищах и на своих территориях.
И в заключение выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Кызыле ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 4, днем плюс 14, плюс 18. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Атмосферное давление 705 миллиметров ртутного столба. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром плюс 4 градуса, днем плюс 12, плюс 17. В Ороданне ясная, без осадков. Температура воздуха утром плюс 2 градуса, днем плюс 13, плюс 18. На Полке погода облачная, без осадков, ветра нет. Температура воздуха утром минус 3 градуса, днем плюс 3, плюс 8. В Танзыбе облачная, без осадков. Температура воздуха утром минус 2 градуса, днем плюс 8, плюс 13. По всей трассе проводятся дорожные работы и проезд удовлетворительный. На этом все. Далее в эфире программа «Скажем, покажем». Хороших вам выходных. До свидания.